Количество мусорных площадок в ТОСе 9 поселок увеличится. Сейчас на территории два места для сбора твердых коммунальных отходов на улицах Котовского и Коровина. Большинство местных жителей хотят избавиться от контейнерных площадок, организовать помешочный сбор мусора. Контейнерные площадки – это, во-первых, сразу крысы, постоянная уборка территории. За это отвечать никто не хочет. Вот мешковой способ – это самый оптимальный для нашего варианта. ТОС 9 поселок объединяет более 1700 домов, это свыше 2000 жителей. В ходе объезда на месте побывал глава города Владислав Пинаев. Мэр заверил, помешочный сбор мусора может привести к экологическому загрязнению территории. Не все владельцы домов успевают к приезду машины для вывоза мусора, поэтому будут оставлять мешки с отходами у дороги. Так начнут расти несанкционированные свалки. Главное, идем к тому, что нанимать в штат какому-то из наших предприятий уборщиков из числа тех, кто проживает, и все эти деньги официально. Раньше, когда мы работали в прошлом году, здесь у нас в штате как бы были работники, которые... Давайте так сделаем. Один человек убрал две стоянки. Один человек убрал. Ну, было сначала три, остался в конце концов одна, значит, ну... То есть, ну, справлялся человек. То есть это было по надзору. Со своей стороны мы его спецодеждой снабжали. Ну, зарплату, естественно, платили. То есть эти стоянки были под контролем. В мэрии предложили добавить еще три контейнерные площадки на территории ТОСа 9 поселок. Предварительно их планируют разместить на пересечении улиц Белинского и Калинина, Володарского и Писарева, а также в незаметном переулке. Владислав Пинаев предложил жителям самим определиться с местом под размещение и позже вернуться к обсуждению этого вопроса.